И снова к стройкам. В Тирасполе капитальный ремонт в республиканской клинической больнице. В этом году начнут работы в инфекционном отделении, построят новый пищеблок, а еще подготовят корпус для симуляционного центра. Там будут обучать студентов. Эти и другие ремонты сегодня проверил президент Красносельский. Президент Красносельский с инспекцией в Лечгородке проверяет, как идет ремонт. Его начали еще в 2019-м. Сделали приемное отделение, открыли новую хирургию. На очереди инфекционное отделение. Здание построили еще в 60-х. В этом году первый капитальный ремонт. За счет фонда капвложений новая крыша, грузовой лифт, отделка. А здесь будет симуляционный центр для студентов и преподавателей. Купят оборудование, будут обучать студентов медколледжа. Построят в Лечгородке и новый пищеблок. Старый в аварийном состоянии. Окна прогнили, на фасаде трещины, плесень. А где пищеблок был у вас? Где он сейчас есть? Вот, там вот. Какой сарай. Старый, да? Да. Ну, понятно. Конечно, больнице нужен нормальный пищеблок, даже не обсуждается. Школа, детский сад для особенных детей. Здесь тоже ремонт. Основные работы уже позади. Поменяли крышу, окна, двери, сделали фасад. На площадках новые беседки. В мае-июне закончим, то запустим детей. Это ж не школа. Посетил президент и здание госархива. Так сейчас выглядят помещения. Новые стены, пол, свет. А вот как было раньше. Фактически 5 лет ушло на освоение этого объекта. Первый шаг – это установка крыши. И когда мы столкнулись с установкой крыши, обнаружила, что верхний ободок весь прогнил. Поэтому нам пришлось укрепить это все. Мы поставили туда буквально такую ленту высотой около метра, укрепляли, а потом поставили крышу, как положено. В этом году купят и новое оборудование, стеллажи для документов, сейфы и столы, а еще обустроят территорию.